Всем привет, дорогие друзья, с вами Милтон, а мы находимся с вами в Майнкрафте, версия сборки Project Ozon 2. И мы продолжаем с вами играть. Сделаю вот такие вот три верстака интересные, ну, потом пригодятся. Все-таки будем собирать, все-таки разные. И как посмотрел там по рецептам. Отсюда, вот это все это дело я нафиг перенес. Ну, потому что, ну, не знаю, и мне казалось, что из-за них FPS просаживается, из-за этих всех бликов и все остальное. И в итоге все я перенес вот в эту сторону. Сейчас вам все покажу, конечно же. Здесь у нас все еще... Ух ты, почти забилось. Ух, вот это да. Тут, короче, у нас собирается все. Хранилище. Смотрите, уже сколько у нас шестых модулей. Это просто уже сколько. И оно продолжает наполняться. Вот, я все это дело сюда перекину. Все, что я там, все, что там у нас было, поставил так. Больше не дополнял. И у нас уже накопилось... 1131 слиток. И постоянно еще наполняется. Спасибо тем, кто подсказывает, что нужно было просто трубу, грубо говоря, подсоединить и один узел предметный сюда. И так бы все придалось. Да, спасибо за это. Я и забыл совсем. Очень хорошая подсказка. Но я пока этим не воспользовался. Потом этим мы с вами воспользуемся. Здесь я сделал такую небольшую перестановочку. Снес все лишнее. И вот поставил такую стеночку из уплотненных ящиков. Грубо говоря, это... со всеми блоками, которые сжимаются 2 или 3 раза. Вот, и сделал, и меньше лагов, кстати, стало. И здесь чуть-чуть уменьшил это все дело. FPS у меня тут, конечно, увеличился в разы. И я очень рад, что этим я занялся и сделал это все дело. Вот, а сегодня мы продолжим с вами дальше. Делать то, что нам нужно по заданию, а именно. Давайте посмотрим. А, кстати, да, я ботанию закрыл. Ура! Забираем. Короче, все. Вторая веточка закрыта. Первая, вторая есть. В следующий раз. Или когда? Надо подумать. Да, надо будет в следующий раз с вами сделать и закрыть вот остальные веточки. Обязательно, да. Потом начнем и закроем полностью. Вот до йоты мы с вами все позакрываем. Ну и просто я хочу сейчас этим заняться. Звездами. Поэтому поехали. Так, мы с вами получили... Нет, не получили еще... Так, нехорошо. Так, давайте, я пока сумочки все еще коплю. Да, я помню, обещался открыть их для вас, но... Копим. В общем, копим. Это все скидываем. И слитки. У нас 1000 там штучек. И вот они. Давайте, зададим задание. А, его нужно собрать именно. Ты издеваешься, что ли? Хорошо, сейчас соберем тебе слиток. Бам! Та-та-та-та-та-там. И сдаем. Отличненько. Получаем сумочку. Ничего другого. В эту сторону потом пойдем. Хочу пойти сюда. Нет, не отриум, компрессор. Нам нужно будет сделать с вами компрессор. Ужас, да? Их будем с вами делать по моим подсчетам 33 штуки. Если не ошибаюсь, звезд всего 33. Поэтому будем делать 33. Вот такие пироги. Поэтому поехали. Так, давайте сразу наберем слитков. А нам их потребуется немало. Так, ну блин, так неудобно как щелкать. Так, давайте так напишем. Не. Вот так вот. А, как хорошо. И удобно. И по 33, да? И... О, не утром компрессор сейчас. Компрессор. Вот, так будет проще нажимать. И смотрим, полностью ряд. И одна сюда. Давайте. Одна сюда. Полностью ряд. Вначале делаем с вами по 32, чтобы было проще. Потом просто добавим еще по одной штучке. И все. Так, давайте ты аккуратно будешь, хорошо. Вот. Ой, перебор. Хорошо, я понял вас. Так. Раз. Готово. В общем, неотриума нам хватило полностью. Это хорошо. А, еще блоки нужно неотриумовые. Точняк. 33 блока. 33 коровы. Так. Тоже EMC у них нету. Эх, печалька. Чё сказать-то? Так, в итоге. 30...
33 блока у нас есть. EMC нету. Ставим посерединке. Да. Так, дальше. Воронки. Давайте сделаем. Чё? Серьезно, вы прикиньте, я воронку даже не выучил. Как плохо. Ты опять к сундука нету, ты издеваешься, собака такая. Ну блин, не так, вот. Раз. Ни одного хватит. Все. Теперь мы с вами это дело изучаем. То есть, собака. Раз, два. Нам этого достаточно. Даже с перебором ничего страшного. Раз. И вот так вот. Ровно делом не люблю, когда, знаете, больше, чем положено. И все в этом духе. Так, ладно, дальше. Железные блоки, матрикс, красный камень. Красный камень. Давайте. Красный камень. Стэк. Этого мало. И еще два. Все, этого хватит. Так, дальше. Матрикс. Вот матрикса не знаю сколько возьмем побольше. Это все дело расставляем. Надеюсь, я правильно ставлю. И как ты там, кстати, ставишься? Раз, два, три, четыре. Четыре на одну сторону. Хорошо. Раз. Два. Три. Четыре. Все верно. И еще два снизу. Хорошо. Вроде как правильно. Я на это надеюсь. Так. Это нам хватит. О, кстати, у нас EMC тут закончилось, лол. Слишком много матрикс взял. Так, ну и все, остались железные блоки. Поэтому давайте начали сюда заглянем. Может быть, у нас тут есть железные блоки. И меньше париться. Да, есть. Но, так. Железные блоки. Вот. Шикарно. Теперь это все дело нам осталось только расставить. А это не трудно. И мы с вами получим то, к чему стремились. Но 33 компрессора — это просто ужас. Конечно, долго, кстати, набегали эти слитки. Очень долго. Ну-ка, одеваться. Раз, два. Отлично. Прям ровно. Тютелька в тютельку. Отлично. Ну и давайте крафтить. Я думал, какую-нибудь ачивку дадут. Нет, не дали. Компрессоры есть. Также нам потребуется еще то, что где-то я тут сохранил. Видимо, там. Нам потребуется. Будем, знаете, с вами все это делать через наши конденсаторы материи. Они будут нам создавать все в этом духе. И на втором этаже вот подготовил место. Вот я вот примерно отмерял, как это все будет стоять. Привет, медведь. Ты что тут забыл? Так, есть у нас... Тогда. Это сейчас все собираем. Примерно я уже понял, как это будет стоять у нас. И поэтому компрессоры будут у нас стоять снизу. А сверху будет подаваться им нужный материал из... Ну, из самого сборщика энергии. Почему бы и нет. Делаем все вплотную. Еще осталось у нас 9. Тут, конечно, места мало. Хотя, ну, вообще, по сути, я могу и здесь сделать и так далее, но это будет некрасиво, мне кажется. Если мы здесь поставим... Нет, некрасиво. Совсем некрасиво. Нам же нужно, да, где-то ходить? Да. Поэтому идем вниз и делаем тут. Одну сторону займем. И все. Раз, два. Так, нормуль. Отличненько, хватило. Так, дальше нам потребуются сами мы сундуки. Ставим их, собственно, вот с этой стороны. Идем наверх. ППС, кстати, хороший, да? Мне нравится. Так, ставим это все дело сюда. И как мы помним, нам нужно будет звезд досоздавать. И для каждой звезды нам потребуется очень много количества блоков, определенных в них засунуть.
Давайте сейчас покажу. Покажу вам. Грубо говоря, вот они все звезды. Если тут посчитать, то смотрите, 4, 12, 14, 16, почему 12? А, 12, 14, да, 18, 20, 21 всего лишь тут получается. Но, сингулярность, ну-ка. А, нет, не так, вот, а если мы с вами зайдем сюда в звезду, вот она, и тут почитаем, то получается сколько, 4, 8, 9, 18, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 все-таки. Видите, а там здание всего лишь на 20 с чем-то нужно было сделать. Поэтому я решил сделать 33. Заранее смотрел, это хорошо. И вот, например, Iron. Чтобы сделать Iron, нам потребуется внутрь засунуть 50 тысяч блоков. И только тогда создастся у нас звезда одна. А нам таких звезд нужно будет дофига. И что мы с вами будем с этим делать? Смотрите. Сейчас я беру эту звезду. Eternal. Сейчас, секундочку. Eternal. Вот она. И благодаря этой звезде я сейчас пробегусь. Посмотрю, какой вообще материал, где вообще что нужно. Вот, например, соберу весь малиновые блоки. Ну, короче, по одной штучке все это соберу. И к вам вернусь. Ну все, народ. Вот такое вот количество блоков получилось. Просто охереть, какое огромное количество. Ужас. Будем все передавать с вами вот такими транслокаторами. Я не хочу передавать трубами, не хочу ничем передавать всем остальным. Потому что, ну, не, на некоторых большое ограничение, слишком долго передаются. Здесь же, как вы видели, там все стеками вот так можно передавать, это так удобно. Да и вообще интересно, как это вообще будет все смотреться, поэтому... Давайте это все установим. Так, и смотрите. Есть такие апгрейдики разные для них. Которые увеличивают, как вы видели, там были разноцветные. То есть два апгрейда можно вставлять. Вроде как, я не силен в этом моде, но знаю, что вставляются некоторые апгрейды. Один он показывает стеки, то есть он будет передавать стеками, а другой еще на что-то влияет, не помню, что на что. Только вот нужно вспомнить, что к чему. А, во. Тык. Или, подожди, или красный. Да, наверное, все-таки красный. А не лазурит, ошибся. Сейчас все будет. Так, красный. Красная пыль есть. Ну-ка. Да, смотрите. Я не знаю, что на что влияет, вот правда. Но знаю, что один из них стек. По стекам будут все передавать. Конечно, могу поэкспериментировать и посмотреть, что из них правда. Что то, что это. Ладно, сейчас я, наверное, по всем пробегусь. Ты протыкаю. Включу вход-выход. Ну, все в этом духе. И вернусь. Так, ну вы видели, я все это прощелкал по-быстрому. От всего лишнего можно уже и избавиться. Все, почти готово все, народ. Теперь это все дело нам осталось расфасовать, раскинуть в них. Давайте сейчас даже это все уберем. И поехали. Первая партия пошла. Так, и давайте по порядочку. Говорим, ты создаешь нам железо. Ты золото. Дальше лазурит. Ну и знаете, и все в этом духе. Но опять же, смотрите, как это я все по-быстрому расставлю. Так, ну все, последний блок установлен.
Это просто такой трудоемкий процесс. Это просто ужас. Так, ну это пусть все для примера, пусть у нас здесь лежит. И как мы это все будем делать, запускать. Так, и да, еще перед тем, как это все запустим, я хотел поговорить просто о тех слитках, что у нас вообще тут есть. А тут мы даже о них не поговорили. Я просто их нашел, поставил, грубо говоря, и все. Тут стандартные первые слитки, то есть ляпис, красный камень, золото, железо, кварц, купер, олово, свинец, серебро. Все то, что мы получили с вами на ранних стадиях легко. Никель тоже, платина, мифрил. Мифрил, да, уже чуть труднее это было у нас, но мы нашли все-таки в аду его. Синаловые блоки. Это синаловые слитки мы с вами получили за счет того, что медь с серебром соединили. Или нет, ну, короче, тоже легко. Мы получили ламиумовый блок. Да не так, щелкаюсь. Вот. Мы его получили с вами методом... Каким методом, кстати, я не помню. А, все легко. Светящуюся пыль, серебро и олово соединили вместе и получили с вами вот такую вот пылечку. Так, ладно. Эндериум вообще тоже изи. Изумруд, алмаз тоже. Древесный блок. Это все-таки мы с вами древесный уголь получили. Инварь. И вот тут есть такие три блока. Периодитовый блок, рубиновый и сапфировый. Эти все сапфиры, вот эти все рубины мы с вами достаем, вот когда копаем всякие такие руды, а эти все руды у нас копает наш этот... Ой, скажите мне, скажу. Но в плоском мире у нас стоит наш карьер, который копает и достает эти все камушки. И все сюда перекидывают, поэтому у нас все есть. Сталь тоже знаете, как получить. Титан тоже через просеки, тоже самое получается. Блутоний, цианид и... Блин, хотел сказать ураниум, но нет, это йолориум. Вы знаете, что мы закидываем в наш ядерный реактор уран. Ну ладно, пусть будет уран. Цианид, без разницы. Блин, цианид. Ладно, все, заговорился. Достаем оттуда, из него уже переработанные слитки, получаем цианид. Цианид с водой смешиваем, блутоний получается. Вот еще три слитка. Дальше у нас идет энергетический сплав. Энергетический сплав это тоже изи, как вы видите. Темная сталь тоже хорошо. Блок саулария, это то есть саулария тоже смешивается вместе с золотом. То есть песок, душ, золото. Электронит. Вот это было, конечно, трудновастенько, потому что электронит нужно было тоже найти, но все-таки мы с вами тоже его получаем за счет того, что у нас копает машинка. Как там? Электромовый слиток. Флаксовый электромовый слиток. Во! Его мы получаем с вами за счет пыли пиротиума, электромовых слитков и красных камней. И монолитовые слитки. Это самое последнее, все, что осталось. Мы смешиваем просто с вами кобальт и ордит. Кобальт нужно достать с вами, разумеется. Если у вас будет кобальтовая хотя бы кирка, ну какая-то такая. Ну и, короче, это все собираете. Ордит, это все легко получается. И в итоге монолит получается. Все. Это все, что касается тех слитков, что мы с вами используем. Так, это сейчас все дело возвращаю. И смотрим. Чтобы это все дело запустить, нам нужно EMC закинуть внутрь. А EMC у меня тут накопилось почти 3000 слитков. По 137 миллионов. Ёперный театр. Это просто кобздец. А нам всего лишь потребуется 33. По одному слитку на каждый. Да. Так, ну давайте. По одному слиточку сейчас как все это разбодяжим. Поехали. Бам. Ага. Тихо. Так. Смотрим. Побежали. Охереть. Красиво-то такая. Мне нравится. А вам? Кайф. Только единственное плохо, знаете что? То, что у них EMC у всех разные. И в итоге получится, что одни быстрее закончатся, и то есть больше нужно будет закидывать в них EMC, а другие будут бесконечно, если, грубо говоря, вот этим все выплевываться. Ужас. Красиво, согласитесь, да? Че? Вот я про это и говорю. Вот видите, закинул, и они уже закончились. И здесь, да? Нет, здесь еще нормально, терпимо. Ну ничего, сейчас страшного. Те, что закончились, я в них гораздо больше EMC закину. Я просто для примера закидываю по одному следочку. Просто интересно, как долго что будет работать. Так, ну видите, тут уже половина закончила свою работу. Хотя всего лишь 137 тысяч EMC.
Да. Ну что, сейчас посмотрим. Сколько чего хватит. О, все. Елориум тут же закончился. Так, давай. Ну и все, смотрим. Быстро все улетает. Так, давайте так, знаете, что сделаем. Возьмем. Короче, куча. Эй. Давай. Куча с вами EMC возьмем, все-таки не зря. Я это все сделал. Ну вот, смотрите, собственно, весь ряд закончил работу. Да. Этого на дольше хватит. В разы на... Эй. Сволочь ты такая. Вот тут у меня косяк, смотрите, уран уже не идет здесь. Ты серьезно уже? Я не успеваю за ними поспевать. Прикиньте, я просто... 6 миллиардов вложу в них, а они говорят, тюх, и все уже готово. Делай с нами что хочешь. Все что ли? Да вы охерели! Я уже почти звезду накопил, народ, вы представляете? Охереть! И здесь уже... Все закон... Ужас, вот это долго будет, конечно. Ужас! EMC-то сколько нужно у вас? Так, надо какую-нибудь систему, знаете, где-нибудь подглядеть. Я не знаю, где. Которая позволяет, типа, если нету ни одного... Если пусто здесь, то он закидывает один свой блок. А именно, вот как у нас EMC. И чтобы он так, знаете, подкидывал по чуть-чуть, этого нам, это нам бы хватило бы. И все, мы бы не парились. А тут сейчас все это ручками. Это, конечно, я заколебусь. Так, давайте сделаем так. Демон... Вот он, демон. Вот так вот наберем побольше. EMC сейчас все мое улетит. Бедные мои EMC. Сколько звезд, да? Сколько звезд. О, ладно, пойду сейчас какую-нибудь такую оптимизацию какую-нибудь найду для них. Хорошую какую-нибудь оптимизацию. И буду вырабатывать звезды. Так, давайте посмотрим. Да я готов, я уже уверен, что сейчас где-то... Уже есть... Да ты издеваешься? Смотрите, алмазные блоки, бам! Я только 5000 блоков. Убейте меня. Серьезно, мне столько EMC нужно? Еще 3 раза, так. Я думал, что все тут у меня уже схвачено, то есть хватит на все. Но нет. Ёб твою налево. А-а-а-а-а. Это все еще работает. В итоге 2500 всего лишь. Тут уже звезда есть. Вы прикиньте, уже звезды, уже 2 звезды. Охереть. Вот это да. Уже по 2 звезды. Кто? О, тут 3 же звезды. О, ничего себе. 5 звезд. 4. 6 звезд. 3. А тут опять даже ни одной. Ой, вот это да. Сейчас я буду развлекаться. Это просто будет что-то с чем-то. Ладно, пошел, короче, народ, я развлекаться. Что-нибудь, может, придумаю. Ну, а с вами был Милтон. Надеюсь, вам понравилась серия. Ставьте большой палец вверх. Подписывайтесь на канал. И всем пока.